Uff, fu, che bello. Sono stato con questo. Ah, è come stato sto mancio. Tocca una spunta. Господи, думаю, что такое? Да, дико-то в кузов обратно закинем. Я просто еду, чтобы не потерять его, пока дороги езду. Это надо было, потом все берем. Канистра пустая, блин. Ладно. После полуночи закажем. Надеюсь, там этого топлива хватит. Еще где-то в другом месте я перекачу.
Только сейчас перестановку сделаем. Так, это мы. А тут ну что за тебя? Еще два ведра прочитать, да? Так, если мы это все, да, к примеру, постоянно ставим. Что-то надо еще перенести. Да. Ну что, пока. А нам сейчас копать надо, например, там. Я могу простить. А, сейчас я скажу. Да даже можно сюда его поставить примерно. Сюда. Так вот и есть. 3 часа подано. Тоже где-нибудь вот здесь примерно вот подтянем сейчас такой провод. Теперь остановки, конечно, блин, ну что поделать, пока придется так с ним лечиться. Золото взяли. 20 000 у нас еще есть. И 13 000 золота. Хорошо, котик, хорошо. Сейчас закажем этот топливо. В принципе, конечно, можно купить этот, так его, еще один разветвитель. Как вам такой ряд идей, пишите в комментах еще одну бочку. И это там, то есть здесь часы намывать, увозить туда, как вам такой ряд. Ну, пишите это все в комментариях, наверное, так и сделаю. Эту бочку здесь оставлю. А можно даже ее туда тоже увезти, она в принципе перед кайф пользоваться была, так что она ее тоже туда как раз и увезти можно будет. Тогда да, в принципе. Тогда один канал здесь останется у нас. А, мы если увезем, то у нас... А, ну у нас там... Слушайте, надо продумать. Как бы надо продумать это все. Так что пишите в комментариях, перевозим мы это все туда. Или же оставляем здесь. Сейчас сюда все перенесем тогда. А, пусть уже тогда. Around.
здесь мы так и сделаем, что и генератор купить, в принципе, он недорого стоит. А туда, кстати, можно, да. Тогда можно здесь внести большой генератор купить. А тоже будет через серию. Тогда через серию переедем. Так что напишите это все в комментах, ребята. Ну, переехать вполне. Переедем вполне этот самый. Ну и что мы тут на... Так. Ведра мы уже все сюда перенесем, там, да. Уже. Где ведра лежат, мы тут поставим аппарат наш, просеивательный. Надо продумать. Ну, в принципе, мы его развернемся, давай поставим как-нибудь. Мы его, наверное, поставим. Да, я бы поставил так, чтобы удобно это было. Будем чем сейчас продумаем, как его поставить, да. Но насчет этого пишите в комментах, ребята. Туда. Я про то, что промывочный стол вместе туда с магнитом и поставить еще одну бочку. Точнее, эту бочку туда увезти, там как раз можно будет еще один шнур поставить. Один как раз от этого можно будет протянуть, а один от этой. Надо подумать, это как пишите в комментах тогда что. Что-то
Значит, вот здесь мы экскаватор внизу поставим. Сейчас давайте прикинем, как у нас все будет происходить. Все. Я еще даже не копнул, блин. Здесь тогда поставим машину уж. Вот эту вот просеивать. Да. Так что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Так, ковш поднимем повыше, я сейчас это все уже буду делать за кадром. Я вот здесь его поставил. Я вот здесь, может, лучше поставить. Там. Давайте-ка уже еще поставим. Ну, на самом деле, действительно, слушай, перевезем мы эти туда. А, что сделал-то? Ладно. Стоп, нам уже... А, ну, в принципе, нам уже что-то было. Так, иди сюда. Так что мы на так и делаем, реально. Так, теперь начнем тебе, который нам нужен. Ну то, значит, это сюда в сторону просто. Вот это нас на помпу, значит. Да. Давайте отключу. Все, теперь можно ее поставить. Блин, надо топливо-то экономить, но еще топливо-то нету. Теперь можно вот так вот поставить. Прокатить нам. Сейчас нам будет съездить заказать топливо и купить топливо. И съездить купить топливо и съездить заказать топливо. Сковочный. Вот она, да. А, я бы себе отключу генератор. Ну,
Ладно, ребят. Если на следующую через серию мы, наверное, так пока помучимся. Стой. Фу! Там совсем чуть-чуть, но было. Так что мы сейчас идем на паузу, ребята, на паузу. Увидимся с вами уже, когда будет накопано, так что это не прощаюсь. Слишком просто длинный ролик не шлю тоже. Так что давайте. Ну, если вам нравится такие ролики, пишите это в комментариях, давайте. Всем пока-не-пока. Ребята, решил, короче, по 3 ведра копать. Даже не давайте 3, чтобы ровно вот это, короче, да, пока. Вот, раз, два. Эти 3 ведра, эти пусть здесь, короче, отдыхают. Те пусть там валяются. Сейчас, короче, будем дальше копать. Ну, в принципе, есть мы сколько золота. Это вот это все золотой песочек, да, так что мы сейчас его будем купать, купать и еще раз купать. Да, съездим я, короче. Прикол в том ряда. Короче, съездили нормально, в принципе. Как видите, пикап, ну, бочку починил. Только поехал, чтобы это. Самое интересное, смотрите, она же заднеприводная считается, правильно, машина? То есть она как бы полноприводная, но. Так-то она заднеприводная. Это. А, это блокировка дифференциала, то есть как бы. Было бы еще прикольно, конечно, если бы еще можно было бы. А, да, я еще, конечно, ряд топлива заказал. Так что у нас теперь ночью топливо придет еще. Вот и все, в принципе, ребят. Я так думаю, через серию у нас как раз кредит скоро кончится наш этот долгожданный. И мы с вами сможем еще раз взять кредит, чтобы еще один кредит взять. Так, ну что, поехали копать. Сейчас хоть видно, что куда копать. Так что я, наверное, буду копать в действительности. То есть все. Сейчас этот кредит раздадим нафиг, ребята. И я буду, короче, намывать золото. То есть копать. В принципе, сейчас мы. Ну, чтобы у нас было много золота. То есть. В принципе, да. Ночевать будем, чтобы у нас не было такого, что мы в потемках копаем, блин. В потемках копать, конечно, в этой игре не очень. Не очень, чтобы очень. Вот и все, ребят. Так что вот продолжаем коп. Добычу золота. Так что, ребята, кому нравятся ролики, пишите в комментах. Не стесняйтесь. Стримы будут, когда интернет наладится, ребята. Ну, сейчас просто, если я вам расскажу, давайте, ребята, напишите в комментариях, рассказать, как я закладываю ролики. Потому что с интернетом там у меня проблемы, его вообще нет. Если хотите, ребята, напишите в комментариях, а на стрим я потом это все покажу. Расскажу, точнее. Снафили. А, сейчас апельсины купить. Шлангов для экскаватора, зубчатых этих шестереночек, не уважаем.
что вот это моя та ошибка была в пункте в первом сезоне, когда мы играли в эту игру в первый сезон, то у нас начался. Моя ошибка была, что я копал вот там, то есть где-то там. Ой, это моя фатальная ошибка была. Теперь я ее решил не допускать и решил перекопать здесь, ребята. И это правильный был вариант. Потому что, как вы видите, сейчас у нас... Как вы видите, у нас здесь очень много золота. Я не знаю, на харде так же будет или нет. Как вы думаете, напишите в комментариях. Я, наверное, за кадром для харда все подготовлю. То есть рутину все беру, не буду показывать на сайте, на стриме, как это все будет делать. А сразу же мы с вами начнем уже копать экскаватором. Или же не надо? Пишите в комментариях. Все-таки три побольше нужно сделать. Блин, было бы прикольно, если в ней был бы мультик, ребят. Вот в этой, именно в этой версии, наверное. Как было бы круто. Один на экскаваторе, второй просеиватель занимается. Да, новичка какого-нибудь поставить там с лопатой. С лопатой. То есть таких опытных игроков сюда нафиг, да, допустим. То есть я там еще кто-то, а какой-нибудь новичок там нафиг. Кто еще не особо умеет в эту игру играть, кому он дает, да, там технику. Лопата и... Этот, как его... пищалка это в зубы и пошел нафиг там намывать золото. И было бы прикольно, если кто на экскаваторе, да, работает, да, допустим, здесь на промывке. Это администратор, он бы все рассыпал в карманчик, приходил, то есть как мне, да, допустим, как администратор. Тут админ сессии, да, допустим. А кто у нас, кто вот этим ручным трудом добывает, да, допустим, тем уже... не администратор ушло, а им лично в кармашек. Было бы, конечно, круто. Все бы тогда ручным занимались, нафиг. Никто бы на экскаваторе не хотел бы работать. Пока не попадаются, но еще свежие будут попадаться. Но... сейчас выплатим кредит, ребята, и будем потихонечку купим этот. Сначала пока можно будет купить это. Сначала тогда купим эту. Экскаватор, что экскаватор, самосвал называется, самосвалом фигня. Вот это вот, да, синенький такой. Ну куда загружает песок самосвал. Потом самосвал надо будет купить. Ну это все будем потихонечку самосвал. Вот эта фигня. Там конвейер с ковшами, который. Там вибросита можно купить, и... не знаю, это как будем делать. Одну полосу сначала взломывать. А в принципе сейчас можно одну построить. Но для этого нам надо, конечно, бочку бандиту раскрыть, так скажем, по-моему, заплав до.
Ни хрена не вижу, что дрожь заполнилась. Копаю, блин. Нормально, блин. В пустую землю перекапываю. Ладно. Ладно, там потом, блядь, как-то других техник оставим. Ну, сейчас задача уменьшить вот эту хрень. Что он, ребята? Удал 15 кадров. Вернусь, когда уже будет много чего. Когда будет следующий день, ребята. Игровой. Что я решил, это, короче, сейчас грейд выплатить, да? В принципе, нам золото такое, если да, переплавить. А так мы можем весь выплатить. Вот. Будем... Сейчас нам в плюс выйти сначала, да, нам из минуса, конечно, когда кредит расплатим. Вот так. И, значит, потом опять возьмем кредит, ребята. Накопим много денег, возьмем кредит. Точнее, много золота накопим. Может, сейчас тогда. Главное, что техника уже наша, это так сказать, и он уже наш по жизни. Что нам на руку. Что сейчас ему это? Не, игра действительно классная, если грамотно начать играть в нее. Вот если бы я бы начал бы, когда вот на харде, не на харде, точнее, вот первый сезон отсюда копать. Помните, да, я начал первый сезон копать оттуда. То, может быть, и все окей было бы у нас с вами. А теперь, по большому счету, у нас есть где ехать. Но нам надо еще вот тут, конечно, все расковырять. И там еще будет. Ну, это потом уже покупаем. Я думаю, как раз оттуда мы уже будем возить. Отсюда и туда уже будем вывозить, потому что к этим делам. Так что думаю, через пару-тройку серий. Сейчас кредит. Не буду никаких кредитов брать, чисто буду расплачивать. Ну, сам. Куплю инвентарь, ну, запчастей, чтобы у нас надолго хватало. Буду все копать и копать. Если вы хотите это все видеть на записи, пишите это в комментариях, не стесняйтесь. Вот, да. Если интернет, если с интернетом все будет окей, то будет стрим. Обязательно будет стрим. Если вы хотите стрим, пишите это в комментах тогда, ребята, и... Я увижу, что вам это хочется, и может быть, не гарантирую, проведу. Thank you.
конечно, музыка приятна очень. Вот, короче, сейчас надо как-то линию сделать ровненькую, приблизительно. А, давайте там копать что-то. Ну, сейчас как раз под нос линия идет. Что, ребятки, заканчиваем потихонечку серию тогда, да? Все, ребята, я кредит выплатил. Слава богу, он у нас больше не будет. Но мы через пару частей снова возьмем кредит. И, кстати, я переделал систему. Я, короче, вот этими ведрами буду оттуда таскать земельку. Сюда высыпать ее. Господи. Вот так вот, да? То есть они будут на 100%. Сейчас я их уже поленился на 100%. Сейчас вот в одном 50, в другом еще меньше. Вот этим еще меньше. Сейчас вот у нас вышло 34. Вот, короче, я тебе буду под сотку загонять за кадром. Экскаватором. Но вот эти ведра буду забивать. Часто меньше, конечно, будет. Сейчас даже так ведра не будет, наверное. Вот. Я думаю, так будет лучше. То есть эти сейчас забиваются. Все. Потом несем сюда. А, еще даже. Так, да, тогда высыпать не будем пока. Ну вот, в принципе, так хоп. Там опять хоп, следующий вендор. Опять набили и сюда. И как раз у нас здесь они и будут складываться. Так что, ребята, пишите это в комментах. А я буду потихонечку заканчивать серию. На нас езжу, еще золото переплавлю. Пусть денег меньше будет, но будет золото. Потом как раз можно будет продать. Вот, если... Ну, пока... Нет, если я продавать не поеду. У нас сейчас это есть все. Топливо есть, слава богу. Короче, через пару-тройку серий покупаем огромнейшую. То есть покупаем, ребята. Сейчас покажу. Вот этот генку. Вот этот генератор купим. Вместо вот этого. И к нему вот эти вот провода вот толстых. И как раз, наверное, мы в действительности в той серии как раз и перенесем все вот это добро туда. Вместе вот с этим удлинителем. Точно так и сделаем. Вот эти туда перенесем, там, от генератора подключим. И как раз, я не знаю, сколько есть на проводов. Давайте вот прикинем, вот у нас он, да, здесь. А, нам еще, да, если что-то есть. Вот у нас генератор, да. Даже с помощью на максимальную кулину можно с ним пробовать. Сюда, вот, да, значит. Ну, плюс-минус, значит, сюда, да, допустим. Вот сюда. Удлинитель.
примерно, значит, до сюда. Удлинитель и... Так, туда. Там поставим генераторы. То, что я подсматривать не буду. Да что-то выпало с боку. Да что-то там зацепилось-то, за что? Да что ты? Это 12 мотора, значит. Вот, так что, ребята. Ну что, блин. Генератор слишком затратный. Да. Так что, наверное. Надо еще пикап на колесо закинуть. Потому что у нас раз нормально. Уже с... Уже 14. Только что было новое поставил уже. Колесики на грузовик кормированные поставлю. Наверное. Или же обычно ставить. Пишите в комментариях. Ладно, давайте прицеп здесь оставим. Сегодня я, наверное, буду в следующей серии, в начале серии перестановкой заниматься, наверное, опять. Так что пикап пока там оставим, съездим на точнее для нашего. Я забыл, а вон. Ну вот, ребята, теперь мы с вами сделаем вот так. Купим еще один шланг. Этот от помпы кинем сюда, второй сюда, и у нас как раз будет круто все с вами. Давайте я пока выключу, но пока копать ничего не буду. Так вот, это как в дальнобойщиках, помните, это серия форс-мажор. Здесь у меня маленький складик уже сделан, летний, так сказать. Тут зимний будет склад, это летний. Ну, тоже видите, 20% топлива есть, еще ночью должны будут завести топливо. Вот у нас на складе есть моторчик и форсунка. Надо этот склад тоже подзабить. Тут у нас еще продается. Тут у нас на 90 баксов уже что-то лежит. И вот здесь у нас, ребята, лежат колеса от машины. Кстати, надо будет взять. Уже, блин, два колеса. Просто мало ли лопнет. И, кстати, я думаю, надо стропов у грузовика бросить тоже. Чтоб они не валялись где-нибудь по полям. Пусть в пикапе уже лежат. Так что, ребята, давайте. Так сказать, немножко следующую серию начнем тогда уже с добычи. Может даже следующую или через следующую серию возьму кредит опять, ребят, в этой игре. Ну, большой и на больше. На малый срок, так сказать, ребят. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. А у нас, кстати, один день для лета остался. Виртуального лета. Скоро начнутся проблемы с землей. То есть, вы, ребята, мы с вами здесь выработали четверть. Я так думаю, можно потом будет здесь покопаться еще. Давайте я вам докажу, что кредит реально погашен. Кстати, нам будет рабочих разблокировать, чтобы это...
начинают на просеиватель поставить, чтобы они помогали нам. По-моему, там как раз это будет. Вот рядом кредит. То есть мы потом возьмем вот так вот. И вот это. Правда, по 70. 70 тысяч будем выплачивать, но... Ну, посмотрим, может, еще накопим. То есть, может, меньше возьмем. Может быть, накопим что-то, может быть, и кредит не буду брать. Посмотрим, да. Так что давайте, ребята, всем удачи. Лампа вам в стране. Всем пока.